Завтра на льду арены «Север» пройдет, пожалуй, самый яркий и самый долгожданный для болельщиков матч. В Красноярск приезжает принципиальный соперник – ангарский «Ермак». Любители хоккея называют это противостояние восточно-сибирским дерби. «Сокол» и «Ермак» скрестят клюшки на льду уже в 16-й раз. Кстати, согласно статистике, ангарчане для красноярцев – самый неудобный соперник в чемпионате. Лишь один раз «Сокол» брал верх над своим соседом. Как сложится эта игра, узнаем уже завтра. Матч начнется в 17:00.